композиция. Так ты уходишь, а что я? Кому я играть? Мне можешь? Нет, я никуда не хочу. Я не буду никуда уходить. Я тут... А, так у меня есть джин-тоник. Что я буду, блядь, запивать чем-то? Я просто не знаю, куда я жду. Ну, давай. Нихуя себе! Вообще не что. Офигеть, топ, 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 топ. Офигеть, офигеть. Блять, это... Блять, и, блять, все в шоке. Блять, все в шоке. А я и так знал, я поэтому это и сделал, потому что я знал, что это очень талантливый человек. Нужно, нужно ему, нужно. Я знал, что он сыграет. Он ладно, еще тихо, лучше тихо, сделает. Дай посмотрим. Он сейчас еще лучше сделает. Мне аж душа радуется, блять, честно. Я сейчас плакать буду, пиздец. Нихуя себе! Yeah.
Это пиздец! Это пиздец! Охуеть! Это просто! Это нечто, блядь! Я просто, я в шоке. Подождите, Никита. Да, не удивляйся. Бля. Браво, браво, блядь. Подожди, Никит. Секундочку. У меня Wi-Fi есть, правильно? Сейчас. Пять минут. Давай, что? Блядь, здесь есть же Wi-Fi, правильно? Это охуеть, блядь, это очень классно. Это очень... Вот что значит работающий аккордеон, да? Не то, что у нас тут. Бля, он громкий. Он громкий, пиздец. Прикинь, сейчас звонят, блядь, там на ресепшн. Тут, блядь, в номере аккордеон ебашит. Забудьте, все, блядь, да? Да.
стучится, по-моему. Открой. Нет. Нет? Продолжаем. Показалось. Параноик. Блять, это так, это настолько охуенно. Концерт, блядь. Ну, а что, аккордеон на месте? Без Симона, типа, начали петь. Ну, в каком парке? Чтоб я отморозил, нет.